В Екатеринбурге, а точнее в его виртуальной проекции, была опубликована видеозапись 35-го, последнего, вот не крайнего, а именно последнего, то есть смертельного прыжка с парашютом 35-летнего Михаила Прохорова, который работал фельдшером на поисково-спасательной базе Екатеринбурга, а вчера утром при исполнении планового тренировочного прыжка из Ми-8 с высоты 800 метров он разбился. Ибо оба два купола, основной и запасной, не раскрылись. И замечательность этого видео, последнего прыжка Михаила, заключается в том, что оно существует. Если бы записи не было, силовикам пришлось бы при расследовании этой трагедии ориентироваться на косвенные показатели, на слова очевидцев и все такое, выяснять, а не было ли это умышленным убийством. Ну а при наличии видеозаписи специалистам сразу стало понятно, что это точно не убийство, а ошибка самого Михаила, который в прыжке повернулся спиной к воздушному потоку. Цитирую грамотного эксперта-парашютиста по УРА.РУ. По видео понятно, что Прохоров совершил ошибку. Неправильно отделился от вертолета, ушел во вращение. Стринга вытяжного парашюта при вращении зацепилась за шею под подбородком. Он снял стрингу с шеи, но она обвилась вокруг строп и заблокировала раскрытие основного парашюта. Он открыл запасной парашют, но его стропы переплелись со стропами основного. Конец цитаты.